Патриотическая фотовыставка «Жена героя» продолжает путешествовать по Щелково. На этот раз открытие состоялось в историко-краеведческом музее усадьбы Фрианова. В нашем городском округе проект инициировала общественная организация «Союз офицерских жен» при поддержке Щелковского отделения «Единой России» и «Молодой гвардии». Жительницы Щелково и других округов Подмосковья, чьи мужья сейчас сражаются в зоне СВО, сфотографировались в парадных кителях своих супругов. За каждым снимком стоит история любви, преданности, гордости и ожидания возвращения защитников Отечества домой. Смотришь на эти фотографии, хочется сказать, наверное, жены героев, это те же герои. Это женщины, которые как бы больно, как бы печально, грустно им не было, но они находят время, не то что не забывая своих мужей, они дают не забывать нам, наших героев. Каждая портретная фотография сопровождается мыслями, которыми поделились героини. Проникновенные строки из писем мужьям о силе духа, воли, искренней любви, написанной собственной рукой и перенесенной на портреты. Пока мужья сражаются, женские плечи с достоинством держат мундир, обеспечивая поддержку и надежный тыл. Экспозиция «Жена героя» будет представлена во Фрианове до 10 февраля. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.